Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. События дня. Лука 18:8. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? За 1 октября 2018 года. Вот объявление. Просили публиковать его. Просто затормозить, можно и посмотреть. Ну и далее. Сергей Новиков, я попросил тут разобраться, помочь, потому что план земель дан не то что неверно, а преступно неверно. Вот эта железная дорога проходит по улице у нас. Вот в интернете. И что я говорю? Сергей отвечает. Так, теперь я Евгению задаю вопрос, Трапко. Бытие 3:16. Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою, и в беременности будешь твоей. Умножу скорбь твою, в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое. И он будет господствовать над тобою. И дальше, для сравнения, Иоанн 1:13, который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Слово «влечение» и «хотение» в данных текстах на еврейском языке как звучит, звучат и пишутся. Только узнай абсолютно достоверно, сверься не только по книгам, но и у тех, кто читает эти стихи на иврите. Вот он мне прислал. Где и как тут что? Евгений, в книге «Бытие» на иврите, «Влечение», там стоит «Шука». Ввел это слово в знаменитый словарь Баруха Подольского на его сайте. Там на картинке отобразилось. Но вы говорите, что не увидели. Копирую, какие ответы мне выдал словарь «Шука», «Женского рода», «Страсть», «Страстное желание», «Вожделение». Я отвечаю на Яна 1:3. Хотение. Как? Тут мы дорогу ремонтируем, ролик поставили. Я пишу, ремонтируем дорогу. И вдруг Василий Болинский пишет, а что вдруг? Отвечаю, поселок Потеряевка всегда был окружен со всех сторон березовыми колками, с осиной в перемешку. Мой отец Тихон был одно время даже объездчиком, охранником строгим, чтобы никто не портил и не браконьерствовал, не воровал деревья. А в соседнем селе Корчино, оно за 15 километров от нас, не было вокруг ни одного деревца. Все спилили и сожгли. А притом они начали потом.
начали безобразничать уже у нас. Я о том писал даже в ЦК партии, как они до 90 деревьев за раз спилили недалеко от нашей деревни. И вот теперь мы ремонтировали дорогу, и вдруг едет трактор с тележкой с их стороны к нам по нами отремонтированной дороги. Куда? Зачем? Считай выше. Кто и что и зачем бы ехал за нашу деревню с тележкой? Вот так. Но показать наши ресурсы, как всегда. Вот это мой мир. Я его очень люблю. Хорошо переписываться. Ну, дальше ленточный наш форум. Вот так выглядит 1600 тем. Канал «Во свете Библии». шестьсот роликов только. Ну, 24574 подписчика и 24 771 794 просмотра. Так это или не так, но система показывает. Вот так. Вот Игнатова Сергея я выставил сколько. Ну и еще. Вчера было 1 октября, закончился конкурс библейских сайтов. Ну, я убираю тут сегодня, последний раз покажу. Вот результаты конкурса христианских сайтов. Тема «Лучший веб-мастер». Первое место. Второе место Сергей Сологуб. Ну и так, мастера дополнительные призы $50. Александр Мухин. Я адвентист, вебмастер. Ну, то есть, кто это образовал, не православные. Они как только открыли, я понимаю, так сразу у нас иконы видят, то другое. Ясно дело, не православные, кто устроил этот. Они никак даже... А все вместе взятые, их тут 16 претендентов было, которые... Послали, заявку сделали на этот конкурс. Да вместе взятые в 100 раз умножить, и они малой части нашего сайта не сделали, и нету. Нету ничего, там девчонка одна мультики рисует каких-то, вот тоже. Ну, нарочничное все. И главное, что они антиисламское. Ну, а какое это отношение имеет антиисламское? Видно, из Израиля или где, так ничего не понял я. Не, говорю не от того, что там не отметили, но как они могли отметить? Ну, представьте, самый хороший бы сектант, еретик, а все это устроил бы православный. Как они ему приз присвоили? Как-то важные события, персоны. И вот образовали, так, 300 человек претендентов тоже были. И здесь Иван Попов, он... взял материалы мои, ну, отец ему помогал, Сергей, конечно, Попов, Ладанов, он подписывается. И он занял 1-е место. 1-е. Но пока до Москвы ехал, там премию получать, я не знаю, что, что-то такое для детей важное, может, компьютер, то уже оказался на 2-м месте. А что на 1-м? На 1-м написал мальчик, это для школьников, про еврейскую синагогу в Москве. Вот и все. Не про храм Христа Спасителя. Кто они образовали? Я говорю, ну и не обижайся. Они образовали, могли не образовывать, никто не знает. И у меня тоже про наш канал считать люди могли, смотреть, что за каналы. Ну и понятно. Они друг за друга там голосовали, другие не голосовали, снятые уже. Ну вот на 1-м месте, который, кто у них оказался, тут все будет видно. Вот так. Я последний раз это показываю, они все закончилось, и поэтому убираю. 2-е вот это Библия у них. И везде я адвентист, он пишет один. Все.
Я не знаю тут как. Что тут они? Регистрация. Последний день голосования. То есть я все. Конкурс христианских сайтов. Христианских, не православных. Так что тут и ничего и нету. Так что тут где-то что-то еще такое было. Еще пока не могу открыть, и как они тут присваивали. Была тут, и еще-то нету. Ну, на этом все я его. Открыть страницы новые, как. Первая премия была $500, вторая там 300, и один, и по 50, ну так все махонькое. Но все равно, вот, канал дальше. И во свете Библии. Православный библейский сайт. Вот это я как раз и послал. Тут море информации. Никак вообще прошло мимо. Вот, представьте, иконы. Ну, как смотрят протестанты, там, еретики, сектанты на иконы? Это идолы. И что тут православного нет? Ну вот, закончилось это все. Вчерашний день мы целиком провели, копали морка. Морковки накопали, сколько там, 25 ведер примерно. Так, средненько. Кого нету, самому пришлось с мешками возиться и на тележке возить. Вот тоже у нас тут получилось неладно. Во время центр уборочный, и вдруг в отпуск. В деревне в отпуск во время уборочного, да никогда этого не было. Ждали, уборка закончится, тогда начинались тут свадьбы и все. Здесь не так получилось у нас, и поэтому получилось вот так, самохотение. Никого нету. Тележку вчера гляжу из школы, идет Степа, я нагрузил. Грузить надо, она тележка опрокидывается. Крикнул, подошел он, а мы вдвоем перетащили. Ну, а потом матушка там с больной ногой, Надежда Васильевна, двое ползали, а я все копал вилами, из земли доставал морковку. Целый день занимались этим. Земля твердая тут была, и, ну, по милости Божией, все благополучно. Вот так. Ну, на этом все.